Доброго времени суток! Мобильный оператор Теле2 обновит свою линейку тарифов «Мой Теле2» и, соответственно, закроет текущие версии тарифов для подключений и отправит их в архив, добавив в конце к названию 11/2018. Произойдет это все в ближайший понедельник, 26 ноября 2018 года. Обновятся следующие тарифные планы: «Мой Теле2», «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн плюс». Тарифы «Мой безлимит», «Премиум», «Классический» и «Интернет для устройств» останутся без обновления. Версии тарифов, которые отправятся в архив и получат название «Мой Теле2 11/2018», «Мой разговор 11/2018», «Мой онлайн 11/2018» и «Мой онлайн плюс 11/2018» станут недоступны для подключений. Параметры этих тарифов останутся без изменений. На текущий момент неизвестно, что именно планирует обновить оператор Теле2, но надеюсь, что изменения будут положительными или хотя бы нейтральными. Напомню, что совсем недавно, 20 ноября, мобильный оператор Мегафон обновил свою линейку «Включайся». Об изменениях вы можете узнать в прошлом видео, ссылка на него в описании к данному ролику. Ну а что с Теле2? Подождем 26 ноября и узнаем. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.